Ребята, да. Мы сейчас с вами на экскурсию поедем. Ура! На экскурсию! Подождите! Так мы же в парк собирались. Там ничего интересного нет. А куда едем? На озеро? Здорово! На целый день. Интересно, что там будет? Стой, кто идет? Внимание! По всему царству объявляется готовность номер один. Кто там? Эй! Люди у ворот. Да ну! Ух ты! Правда говорю, люди у ворот стоят. Люди у ворот, люди у ворот. Поди ж ты, люди у ворот. Да свои-то. Свои! Ребятишки из Златоуста пожаловали. Ну так пусть проходят. Милости просим. Пожалуйста, потише. Ребята, мы с вами попали в сказку. Вот это терем расписной. Ну и ну. Сено для кого-то приготовили. Городские. Сена поди ж ни разу не видели. Ну я как королева. Не дать не взять, барышня. В телеге. А вот впереди, впереди, побежали. Давай, Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом. Интересно, кто это все сделал? Глянь-ка, как этот малый на меня похож. Представь, что я гадалка. Ну-ка, погадайте ко мне. Во! Смотрите, пираты! Ишь ты, пират нашелся. А ну-ка, отдай копье-то. Это тебе не игрушка. Эхе-хе. Где же вы, нынешние Дон Кихоты? Как красиво! Ну, вот и до моря добрались. Вот это фрегаты! Я таких кораблей никогда не видел. Я за это! О дальнем-то плавании никто не мечтает. Эх, я-то в душе тоже моряк бывалый, просоленый. Иди, не бойся. Вперед! Такого не видел. Миля!
нужно в городе такой же корабль поставить. Пруд у нас есть. А гномов по парку не ставим. Надо только мастера найти, чтобы все это сделать. Ишь, размечтались. Смотри, смотри, какой хорошенький. Ой, как приятно. Да я это, я. А я и не знала, что гномы умеют разговаривать. Не смотри, что мы деревянные. Мастер-то в нас душу вдохнул. Вот бы этого мастера увидеть. А вы на небышко-то поглядите. Корабль видите? Вот за ним и бегите. Корабль-то полетает, полетает, да к мастеру вернется. Жара. Куда он исчез? Ребята, что? Я знаю! Значит, мастер где-то рядом! Летит, голубчик! Побежали! Скорее, ребят! Ну что, налетался? А где это мы? Край света. Так это же Златоуст. Какой Златоуст? Так вот же здесь моя бабушка живет. Вон, смотрите. Нашли все-таки. Добро пожаловать. А мастер-то вас давно поджидает. Встретились наконец-то. Наконец-то мы вас нашли. А бабушке всю землю.
фонарем как будто золото добывает, да? Он приглашал. Кто хочет, то давай мне попробуем. Олег, только не промахнись. Сбить надо, да? В этом домике очень красиво. Да, понравилось. Да. Вот лисичка с колобком. Смотри, тоже видно, да? Это да, я его фотографировала. А вот водяной. Водяной или водяной? Вот здесь задумка есть сделать у него живот из аквариума, чтобы там плавали живые рыбки. Вы помните мультфильм «Маугли»? Да. Вот хотелось всех персонажей сделать. Всех. Багира, медведя Балу, волков, Маугли самого. Дело в том, что фигура, форма, зависит от бревна. Бревно круглое, оно ограничивает возможности художника и скульптора, поэтому приходится искать такую форму, чтобы все вошло. Происходили такие случаи, чтобы что-то не получалось? Когда? Если фигура у меня не получается, я ее обычно откладываю в сторону, делаю другую. А потом приходит, допустим, настроение, или там, я возвращаюсь к ней и начинаю снова долбить, стучать, вылезать. Приходят новые идеи, да? Да. Сама идея бывает выстреливает. Под утро, когда просыпаешься, как озарение такое, просыпаешься, уже чувствуешь, что надо вот так сделать. И начинаешь работать. Вот тогда действительно получается. Вот так обычно бывает. Просветление. А с какого вы возраста стали вырезать? Ну, лет 20, наверное, было у меня. Я начал заниматься резьбой по дереву. Рисовать еще раньше. Ну, чтобы вырезать, надо обязательно научиться рисовать. Чтобы можно было понять объем. Представлять, что ты вырезаешь, лепить из пластилина хотя бы. Вот это. А вы вот сначала вот такие вот маленькие модели, да, делать сначала из пластилина, а потом уже делаете. Мы уже большую делаем. А вот когда вы делаете гномов, у всех гномов разное настроение. Вы чувствуете такое же настроение? Ну конечно, надо же показать. Вы, наверное, помните мультфильм «Белоснежку и семь гномов»? Да. Они же все разные. Там был ворчун, простачок. Умник, весельчак и так далее. Засона, видите, спит? Да. Сладко колонна стоит. Вы, наверное, видели и мультфильмы Диснея. Вот да. Там много персонажей. Да. Вот я хотел бы попробовать целый парк. А какого чувствия вы имели, когда вы делали первую фигуру? Неожиданно такие ощущения, что можно сделать своими руками. Оказывается, руки у человека могут много. Построить, и слепить, и склеить, и вырезать из дерева. А вот на вот тот маленький кораблик, вы сколько потратили время? Ну, это у меня рабочая модель, она делается очень быстро, в принципе, около недели. А вот большой корабль за сколько вы сделали? Большой корабль очень долго, потому что там очень высокое качество требуется. Было очень интересно делать. 8 лет делал модель корабля. Да. Его корабли на всяких выставках побывали. И на 300-летии флота российского сам Розенбаум давеча 2 кораблика приобрел. А уж нашего-то брата куда только судьба не забросит. По всему свету раскидала нас. Представляете, в детском парке Белоснежка у нас стояли. Вот эти фигуры, да. Стало бы интереснее. Конечно. У нас было бы много, приезжало сюда, наверное, людей, чтобы посмотреть. Было бы здорово. У нас края красивые, горы красивые. Сам город красивый. Его можно так было устроить. Поставить фигуры, парки разбить. Это у нас есть возможность, но почему-то как будто никому не нужно. Ну что, замолчать-то? Вам понравилось? Да. Да. Очень. А вы приходите еще.
яблочками. Угощайтесь. Как уходить не хочется. Приходите, будем ждать. Я хочу туда поехать. Давайте еще раз вместе все поедем. Согласны? Да. Хочется мастера навестить, увидеть Белоснежку, гномов. Бегут. Эх, уезжать-то от вас шибко не хочется. Так бы здесь и остался. Простите вы, мы с вами сейчас другую сказку придумаем. Ага. О, 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 вот как. Хорошо. Угу. Кто? Ишь. Ага. Оп. А то. Ах, то ли во сне, то ли наяву. Мне здесь нравится. Как у вас красиво. И горы здесь самоцветные. Беречь город будем.